Привет, ребята! С вами Тут и Там. И сегодня мы приехали на новую планету, чтобы помочь ее жителям. Мы будем поливать космические растения и кормить инопланетных кроликов морковкой, чтобы они больше не голодали. О-оу! Кажется, армия дозоров меня преследует. Нужно скорее убегать. О, кролик! О, нет! Меня подбили. Выздоравливай, кролик. Нужно собирать звездочки. За это дают очки. И еще одна звездочка. А вот и еще одна. Что же дальше? О, цветочки. Нужно их полить. Какая красота! О нет, дозорный! Он напал на меня из-за подни, но я вылечу кролика. Выздоравливай, кролик! Возьмем звездочку и заработаем очки. О нет, убегаем, убегаем, убегаем! Дозорный нас хочет догнать, а мы вылечим кролика и выиграем этот уровень! Новый день, новое приключение и новое задание. Сильвия, дорогуша, не хочешь ли ты поздороваться с ребятами? Привет, ребята! Нам нужно осчастливить жителей этой планеты. Покормим инопланетного кролика. И убежим на дозорного. О, мистер Хрюшка, мне кажется, вам пора принять грязевые ванны. Идите за мной, я знаю безопасную дорогу. Мы сможем обойти всех дозоров лорда Злыдня. А по пути польем инопланетные цветочки. Не волнуйтесь, мистер Хрюшка, я бегаю быстрее, чем дозоры лорда Злыдня. Кажется, нужно собрать очков. А вот и грязевая ванна, специально для вас. Ну что ж, с этим мы справились. Пойдем найдем еще хрюшек, чтобы привести их в ванну. О, а вот и еще одна. Ну-ка, пойдемте, пойдемте, мистер Хрюша, я знаю, где отличное место для вас. Ну, как вы себя чувствуете? Замечательно! Пора продолжить наше путешествие. О, еще один кролик, которому нужна моя помощь. Возьмите морковку, мистер кролик. О-о, кажется, у меня кружится голова. Тут слишком много дозоров, пора вызвать Сильвию. Конечно, тут и там, я тебе с удовольствием помогу. Какая замечательная планета! Как мне нравится ее спасать вместе с вами, ребята! Ребята, вы самые лучшие! Ну что ж, остался последний, мистер Хрюшка! Пойдемте со мной, я покажу, где вам можно хорошенько расслабиться! Бежим, бежим, бежим от дозоров! О нет, на нас напали! Но это ничего, мы все равно справимся с этим заданием. А вот и грязевая ванна специально для вас. Как мне нравится помогать жителям этой планеты. Осталось полить еще одни инопланетные цветочки, и мы выиграем этот уровень. Главное не попасться дозорам лорда Злыдня. Поливаем, и мы выиграли! Ребята, осталось последнее задание. Давайте найдем каменных малышей и отнесем их каменной маме. Она так по ним скучает. Можно взять звездочку по пути, почему бы и нет? А вот и мамочка. Не бойся, малыш, скоро ты ее обнимешь. Кажется, она очень рада. Пойдем искать еще каменных малышей. Осторожно, нужно обходить всех дозоров лорда Злыдня. Они пытаются меня поймать, но я им не дамся. Выздоравливай, кролик. Мистер Свинки, не хотите ли принять грязевую ванну? И вы тоже? Пойдемте. За мной. Я знаю дорогу. Не волнуйтесь, я вас доставлю безопасно.
Ну что, ребята, искупаем свинок в грязи, чтобы они стали счастливыми. Ура! Кажется, на меня нападают со всех сторон. Но им меня не поймать, я же ловкий тут и там. Что ж, ребята, поищем, кому еще нужна помощь на этой планете. Я смогу всем помочь. Польем инопланетные цветочки и продолжим наше увлекательное путешествие, исследуя каждый уголок этой замечательной планеты. О-о, на меня опять напали. Выздоравливай, кролик. Сильвия, кажется, мне нужна твоя помощь. Помоги старому другу. Конечно, тут и там. Как же ты без меня? Ну что ж, ребята, найдем еще малышей для каменной мамочки. Мы сегодня с вами хорошо поработали. А вот и малыши. Иди ко мне, мой маленький. О-о! Нужно скорее бежать от дозоров. Иначе они могут опять нас поймать. Но ничего, я и не с такими трудностями справлялся. Остался последний малыш. Ребята, мы такие с вами молодцы, мы его нашли. Надеюсь, вам понравилось наше приключение. Ставьте пальцы вверх и присоединяйтесь к нам в следующих сериях «Тут и тама».